И снова здравствуйте, с вами Александр, и сегодня у меня на распаковке модель под названием Xiao Kai X9. Модель поставляется вот в такой вот коробке, как вы можете видеть изображение на коробке. Она бывает синяя, зеленая, красная, черная, белая, то есть подобрать можно любой вариант. У нас сейчас на обзоре будет черный вариант. Значит, модель имеет довольно-таки тонкий корпус. Толщина корпуса составляет 8 мм. Спереди у нас, во-первых, тут защищенная пленка. Я думаю, мы ее снимем. Спереди у нас закаленное стекло. Три сенсорных кнопки. Это меню «Домой-назад». Это датчик освещения, датчик приближенности. Датчик приближения. Фронтальная камера и динамик. С этого бока у нас каемочка под ноготь. Три кнопочки, качелька громкости вверх-вниз, а это кнопка, которая вызывает, как я понял, плеер во время работы с телефоном. Если долго на нее нажать, вызывается плеер. Сверху у нас разъем под наушники, кнопка включения-выключения. С этого бока у нас нет ничего абсолютно. Снизу стандартный микрофон и микро-USB разъем. Задняя крышка у нас матовая. Отпечатки немножко остаются, но ничего страшного. 8-мегапиксельная камера, вспышка, логотип Xiao Kai и решеточка под динамик. Аккумулятор у нас в этой модели очень такой добротный. Сколько тут? 1800 мАч. Смартфон у нас работает с большой сим-картой раз, с микросим 2 и слот под microSD карточку. В целом аппарат по дизайну довольно-таки хорош. Сборка тоже хорошая. Все собрано монолитно, нигде ничего не трещит. По поводу люфтов, ну вот в этой крышке видно, что, скажем так, ну не идеальная сборка. Если это так можно сказать. Вот еще. Вот я его придавливаю, оно исчезает, но потом возвращается на свои места. Ну, в общем, это вот такой вот уже минус, даже при распаковке. Ладно, посмотрим дальше, что там будет в полном обзоре. Давайте пока посмотрим комплектацию данного смартфона. Я думаю, тут ничего такого особенного нету. Тут есть оригинальная пленка, что приятно. И два деления вот таких вот. В одном делении у нас зарядка с нашего формата. В другом делении у нас USB кабель для подключения к компьютеру и для зарядки телефона. На этом все. Спасибо за внимание. Будет время, обязательно сделаю полноценный обзор со всеми техническими характеристиками, с производственными мощностями данной модели. Разберусь с этим люфтом, попробую его устранить. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго и ставьте нам лайки, пожалуйста.